Уникальные находки эпохи раннего Железного века обнаружены во время раскопок древнего городища Ак-Ири в Северо-Казахстанской области. Здесь студенты-историки нашли серьгу, которой 2500 лет, старинное кольцо, костяной наконечник стрелы, необычную пряслицу, покрытую бирюзовой глазурью, и антропоморфную фигуру. Вот это антропоморфная фигура. Может быть, плохо видно, но вот эта вот голова, вот, смотрите, сидит эта согнутая нога, но часть сломана. У людей какое-то мировоззрение было и эстетическое. Вот они изображали каких-то богов, может быть, своих соплеменников, может быть, своих родственников. То есть и к искусству они тоже относились весьма, так сказать, положительно. С начала экспедиции мы только начинали копать. Было скучно, потому что по поверхности земли нет никаких находок. Сейчас уже вот мы нашли конструкцию раннего Железного века, то мы должны знать наше прошлое, как наши предки, что надевали, что использовали для охоты и так далее. Потому что это наша история. К слову, студенты совместно с учеными занимаются не только археологическими раскопками, но и воссозданием культурно-исторических событий раннего Железного века. Шьют одежду сакского времени, создают прототипы жилищ. Отметим, здесь намерены приступить к музеификации городища Ак-Ири. Эта работа намечена на 2023 год. На эти цели из республиканского бюджета запланировано направить 57 миллионов тенге.